В амбулатории поселка Горки-Ленинский всегда довольно людно рассчитано учреждение на 75 приемов в смену, но зачастую людей приходит вдвое больше. В заведении работают 20 опытных специалистов, но и им необходима помощь, особенно когда речь касается маленьких пациентов. У нас в амбулатории есть только детская стоматология, а остального нет. Поэтому мы приглашаем и ортопедов, и офтальмологов, и неврологов, и УЗИстов. Они приезжают, востребованность есть. Придя на прием к педиатру, педиатр уже знает, что этому пациенту нужен невролог, этому нужен там окулист. И они ведут такую запись, где в последующем обзванивают пациента, приглашают на прием. Каждую неделю бригада специалистов выезжает в поселение округа. Потребность в таких приемах очевидна. Например, амбулатория Горок-Ленинских обслуживает 12 ближайших населенных пунктов. В среднем от 30 до 50 человек по-разному, бывает и по 60, вот, смотря какой объем. Но что самое интересное, вот каждую среду приезжаю, и все равно список 24-25 человек бывает. На грудничковый день в амбулаторию приехали невролог, хирург, офтальмолог, специалист по ультразвуковому исследованию и несколько других медиков. Каждый из них знает подход к маленьким пациентам. Будешь гимнасткой, гимнасткой будешь. О, как хорошо. Местные жители также довольны тем, что раз в месяц в амбулаторию приезжают узкие специалисты. При каждой возможности, если вдруг приезжает, обязательно пользуемся, потому что это удобно в одном месте, все, никуда не надо ездить. Программа помощи узких специалистов жителям поселения стартовала более года назад, и все отмечают ее большой положительный эффект. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Екатерина Довлятова. Видное ТВ.